пас на синюю линию не прошел. И это атака от белых медведей. Опасный контрпрорыв. 2 в 1. И бросок. Гол! Наказывают. Наказывают челябинские. Челябинки. А сейчас Кисток 7-62 за такую деятельность в большинстве. Ну и 2-0. Можно игру продолжать. Все в рамках правил. И вот момент возникает. Гол! Еще одна шайба в сетке. Мария Надеждина, 38 номер, делает счет 4-0. Не пришлись в створ, но тем не менее. А сейчас перехват, ошибка была Сигиделли. 1-1, и это 3-0. Алло, алло, что происходит? Надеждина делает счет 3-0. Минуты еще не прошло в третьем периоде. Как вот уже все случилось. Осталось определить, откуда он был. Слышим звон, но не знаем, где он. С тобой, Олег. Ох, третья шайба. Что ж творится-то? Третья шайба. Что творят? Что творят челябинки сегодня? Что творят эти белые мишки косолапые? Третью шайбу забрасывают Динамо Неве. Мария Надеждина. Мария Надеждина. Опять же, не точно. И выброшена шайба медведицами. Это опасная контратака может получиться. Выход в одного с одним догоняющим бросок. Гол! 2-1. Реализовали свой момент. Хоккеистки белых медведиц. И это Мария Надеждина. Становится автором запрошенной шайбы. 2-1. Вчера один из моментов. Ну вот, вот такого вчера не было, а сегодня это есть. Открыт счет в матче. Мария Надеждина это делает. Снова здорово подключилась, убежала чуть вперед. Получила точную передачу в крюк, бросила поворотом. Мне здесь уже, я думаю, что к Алене Ашиной претензий быть не может. А вот здесь бы рискнуть передачей. Ну ладно, сразу не рисковала, но Надеждину на левом фланге нашла. Кулешова в центр смещается, но Кулешова на Надеждину, да, и гол! Есть заброшенная шайба. Ну, наконец-то! Ну вот она. Прервали белые медведицы сухую серию Дианы Фархутдиновой. Да, получше движение челябинки, поактивнее, лучше готовы, что говорить. И еще момент, бросок и гол с неудобной руки. Шайбу в ворота сборной Свердловской области отправляет Мария Надежда. И аплодисменты тех зрителей, кто болеет за белых медведиц в финале этого эпизода, ну а точнее уже по его завершению. И это все воплотилось заброшенные шайбы. И еще одна влетает. Равиля Айнулова не успела даже голову поднять, хотя вроде бы шайба не так быстро катилась. И вот уже 0-5 за 3 минуты 37 секунд до окончания второго периода. 0-5. И автор заброшенной шайбы на наших экранах. Здесь Лазарева. Второй эшелон обороны шайбы. Можно так сказать, 3-3. 3-3 прямо сейчас на наших глазах случилось. Надеждина принимает поздравления. Я так понимаю, что это капитан команды. Она. Кулешова на Лебедеву. Чуть-чуть передохнул капитан. На льду. Бросок и гол! И шайба заходит в ворота. Хороший выстрел от Матвеевой. И похоже, там был какой-то рикошет. Да, конечно, там подставлена клюшка. Мария Надеждина, лидер белых медведиц. Градус эмоций значительно возрос на скамейке белых медведиц. Видимо, чувствует, что есть шанс переломить ход игры. Вот момент, и шайба заходит в ворота, 2-2. Счет становится равным. За 7 минут до завершения второго периода добились своего белые медведицы. И, я так понимаю, это Мария Надеждина принимает поздравления. И вот так она закопала таки шайбу в ворота. Много, много хоккейных бабушек, хоккейных дедушек смотрят сейчас за тем, как играют внучки в хоккей. Опасный момент, бросок 1-1. 1-1 и очень громко на скамейке запасных белых медведиц. Реализация численного преимущества, реализация удаления. Кто говорил, что плохо играют в регулярке команды из Челябинска в меньшинстве, в большинстве? Вот, пожалуйста, товарищи эксперты. Абсолютно ничего не значат те цифры, которые были в регулярном первенстве. Плей-офф – это другая игра, это другая заруба. Мария Надеждина –